Место работы не важно, ведь обмануть могут везде. Прокуратура в Тайшете установила, что местная администрация не выплачивает зарплаты своим сотрудникам. Всего за июнь положенных денег не получили 149 муниципальных специалистов и работников подведомственных учреждений. Общая сумма долга перед сотрудниками составила 4 миллиона рублей. И лишь после вмешательства надзорных органов работодатель в лице местной администрации погасил долги в полном объеме.